канале по заработку денег в интернете. Проект называется tron.mu. На данном проекте возможна регистрация с помощью номера мобильного телефона. Следует выбрать код своей страны. Здесь, в принципе, все страны имеются, Россия в том числе. Также здесь нужно будет указать логин, точнее пароль, и ввести также второй раз секретный пароль. После чего нужно будет, конечно, указать инвайт-код. Мой инвайт-код будет в описании под видеороликом, без него, к сожалению, регистрация невозможна. Ну и также указать капчу, она у нас также здесь прописана. После этого нажать на стрелочку, произойдет регистрация. Я уже зарегистрирован, давайте я сейчас авторизуюсь. При входе в аккаунт нас встречает новостное объявление, где проект рассказывает про себя. Также здесь имеется Telegram-поддержка и Telegram-чат. Также в WhatsApp имеется поддержка и Telegram-группа. В принципе, все достаточно просто, на данном проекте все предоставлено. Нам нужно будет только с этим совсем ознакомиться и разобраться. Проект хорошо работает на мобильной версии, но на компьютере он также поддерживается, как вы видите. Правда, расширение маленько не такое, как нужно, но тем не менее. При входе в аккаунт мы обнаружили, что 17 тысяч трик сдали нам за регистрацию бесплатно. Это 1084 доллара на минуточку. Также на данном проекте имеется депозит, снятие VIP, About It, получается приложение мобильное, и Team – это команда. Имеется два кошелька, это инвестиционный кошелек, а вот это у нас реферальный. На данном проекте представлена также реферальная программа, она у нас трехуровневая. Имеются глобальные партнеры, ими выступают биржи, которые, в принципе, осуществляют переводы. Также на данном проекте имеется у нас облачный майнинг 7%. Это минимальный доход, который у нас здесь имеется. На проекте представлены тарифные планы, например, под 3% на 1 день мы можем вложить 100, от 100 до 2000 трон под 3%. Также здесь есть и другие тарифные планы, как вы видите, 13% на 120 дней, 7% на 120 дней, на 90 дней по 4, на 30 под 3,8 и так далее. Все они отличаются минимальной суммой инвестиций и, конечно же, максимальной. На данном проекте также имеется кабинет, где мы можем посмотреть с вами профлист, отчет по балансу, трафик to basic можем перевести с рекламного баланса на инвестиционный, ну и, конечно, поменять пароль и сменить секретный пароль. Также получить VIP-LL, то есть дополнительный доход будет иметь на вкладочке шарт, то есть поделиться. У нас имеется реферальная программа, мы можем скопировать ссылочку и, например, ее прорекламировать в социальной сети, после чего получить инвесторов и получить свою прибыль с их вложений. На данном проекте также имеется техподдержка, о которой мы с вами чуть-чуть попозже также поговорим. Давайте мы сейчас закажем с вами пополнение баланса и потом закажем выплату с данного проекта. Я продемонстрирую, что данный проект платит. Ну, по крайней мере, я это надеюсь. Сейчас мы это все проверим. У нас имеется QR-код для пополнения, допустим, через Binance тоже очень удобно будет. Ну и есть обычный адрес, через который также возможен перевод на смарт-контракт на криптовалюте Tron. Выбираем криптовалюту Tron. Я использую Tron Link, это удобнейшее расширение, после чего вставляю адрес, нажимаю продолжить, ну и соответственно ввожу перевод в размере 20 трон. Комиссию снимает 1 трон, некоторые проекты ее компенсируют, некоторые нет. А в данном случае я не знаю, поэтому сейчас будем проверять, после чего нам нужно будет обязательно дать Recharge Complement, соответственно перезарядка завершена, и как вы видите, у нас подтверждение. Кстати, здесь я, на мое удивление, сразу же у нас баланс увеличился, да, то есть я это впервые честно вижу, чтобы вот так вот и быстро он у меня отобразился. Меня это очень радует. Итак, как мы можем заметить, у меня 2 трона, это минимальная наша сумма вывода, которая нам доступна в сутки. Давайте укажем все соответствующие заполнения поля, то есть укажем адрес, на котором будем заказывать свою выплату, ну и, конечно же, секретный пароль, да. Интересно бы знать, что здесь именно является секретным паролем. Давайте попробуем второе. Нажимаем конфиг. Да, действительно, то поле, которое вы заполняете вторым. Выплата успешно прошла, давайте перейдем в Tron Link и обновим сейчас страницу и посмотрим, пришло ли нам пополнение или нет. Так, плюс 2 трона пришло, все отлично и платит. Достаточно неплохо, здесь очень хорошие процентные ставки, да, то есть 7% в сутки от суммы нашего вклада, достаточно неплохо. Также, как вы видите, здесь на проекте все достаточно быстро работает, а на мобильном приложении все еще лучше будет работать, потому что это сделано именно для него. Ну и, соответственно, как я и говорил, здесь имеется и новостная телеграмма Tron для поддержки, конечно же, и сама Tron чат имеется, ну и Tron, получается, у нас служба поддержки клиентов.
Ну и, соответственно, как и во многих всех этих проектов, у них имеется сертификат, который сделан в виде презентации, чтобы рассказать своим инвесторам про данный проект. Текст, к сожалению, на английском языке, но с помощью любого переводчика вы сможете все перевести и читаемо на русский язык. А здесь у нас расписано, видите, точки помечены, где у них есть горнодобывающие шахты, в каких местах и сколько они, в принципе, получают прибыли. Сама суть проекта в том, что здесь якобы у них имеются майнинговые шахты по всему миру, которые приносят им прибыль. В свою очередь, они же предлагают нам проинвестировать под процент, тем самым помочь им денежными средствами, которые будут выплачиваться по периодам. Да? То есть вот, каждый день будете получать прибыль от суммы вашего вклада. Соответственно, что здесь не идет речь о крупных вложениях в данном проекте. В данном проекте это у нас, скажем так, высокодоходник, который уплачивает 7%, это довольно много. Но в свою очередь здесь можно играть на первом тарифном плане. Тарифный план я оставил в виде ролика в описании, они также идут у нас бегущей строкой. Как видите, вот второй тарифный план, минимальный депозит от 20 тысяч. Соответственно, первый тарифный план от 5 трон до 20 тысяч трон. Мы вкладываем под определенный процент. Ну и, соответственно, как вы видите, до 300 тысяч трон уже под 10%. Это достаточно неплохо. Высокие проценты, поэтому нужно здесь успевать зарабатывать. Данный проект я вижу впервые. Соответственно, на рынке он появился тоже впервые. Все соответствующие ссылочки для ознакомления оставлю в описании под видеороликом. Данный видеоролик создан в целях информативного внесения, не несет с собой никакой призывы к инвестициям. Каждый думает своей головой, ну и, соответственно, пишите свое мнение в комментариях под видеороликом. Если вам понравился ролик, то палец вверх, не понравился, палец вниз. Ну, поддержите, конечно же, автора подпиской и нажатием на колокольчик. Всем пока-пока.